Когда мы играли, у нас мы об этом и мечтать не могли, да, таких условиях. Я вам сейчас колени, да, больные. Я помню, что такое, когда с утра встаешь там, да, и по 200 прыжочков. Помимо того, что кросс бегаешь 5 километров, потом еще 200 прыжочков по асфальту. Коленки, почему сейчас и ходишь, как бы тяжело ходить. Раньше у нас не было там каких-то научных методик, там, то, что можно сделать, нельзя. Мы сами готовились. Совсем все было по-другому. Никто с нами не возюкался, не было тренеров по физподготовке. Да? Мы сами готовились сезон. Хотели и играли. Сейчас большая группа 6-го года, она заходит в команду МХЛ. Вот вместе с ними в штаб заходит тренер Сергей Шепелев. Возглавлять клуб будет также Осипов Алексей. Вот. Шепелев тоже знает 6-й год, почему мы как бы делаем такую ротацию. И, грубо говоря, он своей работы тоже заслужил. Но ему тоже надо себя попробовать на этом уровне. Мы, конечно, всегда там говорим, вы должны там попасть в плей-офф. Реально понимаем, да, что как бы мы бы, конечно, возможно, и попадали в плей-офф, и, может, боролись за медалями, если бы у нас, да, грубо говоря, люди не уезжали пачками. У нас сейчас 11-й год, да? Очень хорошие мальчишки, очень сильные. Вот. На данный момент 9 человек, 4 в Акбарс, 4 в Академию в Омск. Вот. Вы сами понимаете, да, то, что на следующий год им уже будет немножко нам тяжеловато. 5 человек будет привлечено на сборы первой команды, которые зарекомендовали себя, которые были там лидерами или которые подходят нам по каким-то игровым качествам. Вот, ребята, пожалуйста, цепляйтесь. Мы будем только за. По лиге ходим, если хочешь перезагрузиться и как бы шагнуть дальше. Это врубим. Поэтому будем смотреть, будем выбирать, будем думать. Якобы опять будут дивизионы, вроде будут разбиты на какие-то подгруппы. Опять, вы помните, один сезон был, кто-то кому-то летает, кто-то кому-то не летает. Но это, знаете, это так вот, это кулуарные такие разговоры, которых, ну, документальных подтверждений нету. Я тогда не понимаю смысла. Мы сейчас делаем сезон, грубо говоря, на месяц дольше, да? Вот. Это, я думаю, так, что сделано с учетом того, что зашли 4 новые команды. Грубо говоря, если собирать календарь, эти новые 4 команды, это как раз месяц дополнительно. Да, это 8 игр дополнительных. Это как раз месяц. Если будут какие-то там, как вот ходят разговоры, я тогда логики не понимаю, для чего мы тогда расширяли календарь, чтобы сыграть меньше игр. Тогда логики никакой нет. Нам без разницы. Мы, сказал бы я, знаете, такую поговорку, ну, я думаю, что, ну, не могу я такую сказать. На меня пожалуются и скажут, что я не той лексикой разговариваю. Будем стараться.